Здравствуйте, я Сергукова Юлия, программист отдела инфраструктуры поиска Mail.ru и преподаватель первого курса информационного поиска в техносфере. В современном мире доступ к интернету равносилен тому, что человек получает неограниченный доступ к информации. И независимо от того, что хочет найти человек, будь то температура плавления стали или чем связан гладиолус и Древний Рим, он должен получить ответ на свой вопрос. В этом случае он обращается к поисковой системе, и поисковая система выдает ему набор ресурсов, наиболее актуальных, наиболее популярных, те, которые могут дать ему нужный ответ. В своем курсе мы рассказываем о том, зачем вообще нужны поисковые системы, откуда они взялись, как развивались и что представляют из себя в данный момент. Сейчас поисковые системы – это высокотехнологичные программные комплексы, которые позволяют обрабатывать миллионы запросов от пользователей и на каждый из них давать ответ. Каждое домашнее задание – это небольшой модуль, аналогичный тому, что используется в большой рабочей поисковой системе. Мы рассказываем не просто, как построить поисковую систему, но и как сделать это правильно. Приходите на наш курс.